Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком же уровне. Комментировать игру для вас сегодня буду я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Лиги 1 Uber Eats. Классная игра будет сегодня, Константин. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитыми мячами. Морган Шнайдерлин. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Долбин. Очень сильный удар получается, но точность оставляет желать лучшего. Да уж, такой силе нужна наводка. Тогда точно будет опасно. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Долбин. Гуири. Шнайдерлин. Момент для удара! Не смогли они в этом моменте друг друга понять. Офсайд. А вот будет рикошет. Тут был. Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком же уровне. Комментировать игру для вас сегодня буду я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Лиги 1 Uber Eats. Классная игра будет сегодня, Константин. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитыми мячами. Морган Шнайдерлин. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Долбин. Очень сильный удар получается, но точность оставляет желать лучшего. Да уж, такой силе нужна наводка. Тогда точно будет опасно. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Долбин. Гуири. Шнайдерлин. Момент для удара! Не смогли они в этом моменте друг друга понять. Офсайд. А вот будет рикошет. Тут был. Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком же уровне. Комментировать игру для вас сегодня буду я, Георгий Черданцев, и мой коллега Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Лиги 1 Uber Eats. Классная игра будет сегодня, Константин. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитыми.